15 июля 2015 года. Вот мы с детским нашим православным лагерем, остатком, что было 20 ребятишек, сейчас осталось всего лишь 8. Вот мы пришли на ягоду за клубникой. Тут клубника, мы в тот раз ходили, было не так много спелой, а вот в этом году, сейчас уже вернее, более спелой много. Ну и зеленый, конечно, много, но тоже зеленый еще. Вот. Вот братья наши новокрещенные, Владимир, Никита. Да, они вышли из купели. И у них начался путь следования за Господом уже в Церкви Христовой. То есть Господь дает человеку веровать, сперва вине покаяния, уверовать, а потом уже вход в Церковь. Третий этап рождения свыше. Паша, Паша, наклоняйся, наклоняйся, я говорю, приседай, приседай. Ну, найди, вот она перед тобой. Наклоняйся, садись давай. Ксюша, Ксюша, надо наклоняться искать. Вот тут дальше продвигайся, вот вдоль дороги много ягоды. Вот, Никит, у тебя под рукой. Хорошая ягода. И вон еще с левой стороны, смотри, целый кустик. Трава высокая, Господь обильно благословил покосами в этом году. Слава Богу. Вот дни были холодные, такие прохладные, а сейчас вот опять уже жарко. Сегодня 31 обещали. Вот такие березы красавицы наши стоят. Слава Богу за все. А почему мы проходим паутину? Потому что она тоненькая, очень тоненькая. Какая береза наклонена, как Господь чудно делается. Такой наклон и держится. Синий. И паутина сейчас, вот Игнатий Игнатьевич сказал, что 6 раз крепче стали. То есть если бы сделать такой же размеры. Ну что, у царя Давида так сказано. Сотворил Господь все совершенство. Предел всякого совершенства, говорит, я видел. Все, что сотворен Бог, это все совершенствовано нашим любящим Создателем. Слава Христу!